Все. Сажусь. Значит, давай, спрашивай, я тебя буду отвечать. Что происходит в семье? Папа делает ту квартиру, ну, помнишь, однокомнатную, на советской армии? Да. Вот приходил жаловались на него соседи. И приходил, да, капитан полиции, участковый. Да. Вот так вот. Ну и надо, пьет каждый день, не работает. Да. Ничего страшного нету. Да. Ну что, теперь, короче, суд будет. Теперь будет суд, как раз там рядом, внизу. Да. Ну мать тоже привлекли, короче, к ответственности. Я поближе сейчас, чтобы ты меня видела. Что у тебя там? Да ничего, куртка просто. Нет, рукой задел что-то. Нет, это я облокотился на ага. В общем, вот так вот. Да, пьет каждый день. Ночь такой вот, перед тем, как домой прийти, в пивнушку. И вот такой вот бутыль пива. А потом еще, правда, вчера не было. Но позавчера было две... рюмки водки. Или даже, может, три. Вот так вот за день бывает. Да. А и этого мало. Потом еще чай. А как мать на это смотрит? Мать на это смотрит положительно. Она не хочет скандала, драки не хочет. Тебе она не бьет? Да, так. Бьет, конечно. Сейчас я тебе покажу. А, ты не видишь, наверное? Нет, я не вижу. Я синяк хотел показать я тебе. Я Денисочка, тебя-то не вижу. Я синяк хотел тебе показать. Вот. Да, вот так вот. Ну что еще спросишь? Бабушка, вот ты говоришь, бабушка. Вчера вещи, значит, постирала. Матери некуда, бабушка стирает. Да. Ой, отец такой. А, вот, чего я... Вот, позавчера. На этой неделе, короче, звонил Сергей, этот самый, твой, любимый. Да. Нам звонил, да. Все, теперь вот твоя квартира, ты вот умрешь, будет отцовская, да. Вот так вот там все переписал. Моя квартира? Да, твоя квартира. Будет отцовская? Да. Вот Сергей звонил, они с ним договаривались насчет этого. Ладно, глупости. Я не разрешу. Ну, а кто тебя будет спрашивать, когда ты уже на тот свет отправишься? О, да я при жизни ее продам. А сама ты куда? А помнишь, мне рассказывал, какой-то у тебя бриллиант был или какое-то кольцо, и потом оно у бабушки нашлось, ты это помнишь? Да. Да. Ну что, до сих пор у бабушки? Да. Да. Так и не хочет возвращать? Так и не дает мне. Да, вообще, ужас, скажи. Ужас. Похитительница. Да. Ну, что еще спросишь-то? Там щей подогреть, я не ела. Так, все, не надо мне щей. Раз картошку не будешь делать, то мне ничего не надо. Нет, картошка. Ну, и ничего не надо мне, короче. Лихо, несколько кусочков завернуто. Сладкий ешь, сладкий, дорогие. Ой. Я хочу тесто хорошее. Ладно, потом. Потом. А, этот мечтает, постоянно отец мой мечтает, короче, на дачу уехать. Да. Ну, в смысле, не просто уехать, а вот как, ну, он там вообще, короче, все перестраивает. Люди теперь работают, а в субботу воскресенье перестраивают. А он 6 лет не работает, а? Да, можно сказать, 10. Можно и 10 сказать. Да, но... Нет, ну... Но мать говорит, что работает. Ты понимаешь, мать говорит, что он работает. Где он работает? Где? На стройке. На какой? Не знаю, так мать говорит. Она от тебя говорит, он нигде не работает. На что он пьет, интересно? Ну, это мать поставляет. Да. А вот, кстати говоря, я тут на ЖД-станции Стахановской, короче говоря, видел цистерну, большую цистерну с пивом. Ну, там было написано цистерна пива. Я спросил у работников станции, куда вы, короче, пиво.
А они говорят, Михаил Владимирович, вот так вот, кривошея его прям, представляешь? Да, вот так вот, представляешь? Мать целый цистерн ему заказывает. Да. Она сейчас в бутыли не берет водки. Нету сейчас. Нет, ну бутыли с водкой у нас есть дома, поэтому пока не берет. Потому что у нас есть, понимаешь? Есть? Да. Она сказала, что он умер. Кто? Кто продавал водку? А, не знаю насчет этого. Насчет этого не знаю. Пузатый такой он, да? Ой, да. Да, а когда выпьет, морда такая красная, и да, знаешь, выпьет и давай рычать на всех. Да. Да. Да, 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 да. Да, да, да. Да. Вот так вот. Ну, мать-то тебе готовит поесть что-нибудь. А, вот, слушай. Слушай, ты же не знаешь. Я картошку сам научился готовить. Молодец. Правда, на газовой плите не могу, а вот на электрической могу. Ага. Вот так вот. Ну и хорошо. Для тебя. А картошку-то мы осенью покупали. Или сейчас, мать, покупает? Сейчас покупает. Сейчас, ага. Он у нас из погреба было, а она сказала, что погреб весь затопило. Да? Да. Ну, дожди всю осень. Да, а может. А ты сама хочешь какой-нибудь там в кошки, например, отправиться? Нет. Я же не дорога. Вообще, как у тебя самочувствие? Очень плохо. Вообще не встаешь с дивана? Нет. На улице не была с августа месяца. Ни хрена себе. А да. Кто тебе продукты носит? Вот, кто принесет. Но тебе бабушка и мать не носят продукты? Нет, мать у меня не была уже полгода. Год. Вот нет. Так вот не несет продукты. Нет, когда я здоровая была, и деньги у меня были. Да. Она ходила ко мне. А сейчас мать уже больше полгода у меня не была. Все, не было ни лета, ни зимы. Моя мать не была. Ясно, ясно. Такие вот дела. Да. Такие дела. Вот. Да, Дениса. Так. Вот ты пенсию получаешь? Сам получаешь или они? На карточку деньги складываются. Так. Ну, мать уходит на работу, тебе есть, оставляет что-нибудь? Оставляет. Макароны оставляет. Сосиски оставляет. Ну, это ладно. Ладно. А один раз я... Пришел поздно вечером, там и отец уже что-то про меня плохое шепнул, и мать сказала, что никаких макарон и сосисок не будет. Вот и отец избил меня. Сейчас у меня часы вот тут. Сколько времени? Сейчас я тебе скажу время. Время 15:37, время. Полчетвертого. Да, полчетвертого, значит. Никудышный. Это не отец такой. Да. Они тебя загубили. Ты за пьяницу, за отца. Загубили однозначно. Тут не всяких сомнений. Да. Что ж, пьяный всю жизнь пьяный. Увы. Ну, на мать не налетает кулаками. Нет, он постоянно там рычит. Чё вы все против меня? Вы все против меня. Да. Я говорю, ты настоящий медведь. Он такой, да, я говорю, всех запугаю, чтобы все по деревьям, короче. Ага. Меня боялись, чтобы бабушка... Ну, смотри, ты его боишься, бабушка боится. Потом тетя Нина Сандального его боится. Ага, да все боятся. Все боятся, да. Все. Кроме меня. А меня за то, что я его не боюсь, он меня избивает.
сказал военному. Он так и сказал. Ты что, меня не боишься? И вот так хренаш в челюсть. Значит, значит, второй зуб не выбил. Скотина. Да. А тот вставил? Нет, тот не вставил. Вот. Денежка, не секрет. Сколько-то инвалидность дают тебе? 400-500? Бабнина, это секрет. Я ну, не... нет, одной можно бабушке не говорить. Не имею я права разглашать. Ты можешь. Не имею. Ты же расписываешься, получаешь. Вот именно, что я расписываюсь, и поэтому, так как я расписываюсь, не имею права разглашать. У нас он всем разгласил. Вот я получил сколько. Это здесь, а там это другие порядки в том районе. Тот район это ближе к этой самой, к районному центру. К милиции? Нет, к районному центру. Щи, ты будешь морозать? Я сказал же, не буду я щи. Ну, два кусочка салатиков таких. Спасибо. Не надо. Так, что же еще такое-то рассказать, чтобы вот не... Да. Не забыть. Ну, вот на Рождество. Да. Вот собирались все вместе. У Сандального. Да. Ну, там ничего интересного. В карты стали играть. Я нашел и отцу... вот я тебе что расскажу. Короче, значит, мой отец, правда, это было не на это Рождество, а на, по-моему, предыдущую Пасху, значит. Андрей Сандальнов, мой отец, дядя Миша, ну, и дядя Ваня, они, короче, чтобы не видеть, что, чтобы женщины не видели, что они выпивают, да. Они ушли, ну, туда, где у дяди Миши в туалет. Да. И там выпивали, представляешь? Ага. Да, вот так вот. А на этом жестком все за столом сидели? За столом, да. Не, потом перешли вот это вот самое, ну, где ванна. Ага. И в карты начали играть. Да, а ты ушел домой. Я ушел домой, потому что они на деньги в карты играли. Ага. Да. Кстати говоря, мать 3000 проиграла. Да. Да. Ну вот. Больше нечего. Так, ничего хорошего в моей жизни тоже нету. Ну, я... Ну, я картошку научился делать. Как? Картошку научился делать. Молодец, для себя хоть. Да, для себя, для себя. Вот. Ну, что еще? А, вот, да. Ты знаешь, короче, сейчас я тебе расскажу. Дядю Васю... Ну, знаешь, в деревне. Шайдулина. Да. Положили, короче, в больницу. Да. С инфарктом. Ты это знаешь? Знаю. А, ну все тогда ты знаешь. А операцию сделали, а сейчас режим. Это, туда к нему не пускают. Ага. Приехали, а их не пустили. Ага. У него инфаркт был? Инфаркт абсолютно. Да, ровно через полгода, как к нему отец приехал за салом. И даже снял видео, где он там, этот самый отец, сало разрезает, ага. На своем телефоне. Да. Вот я думаю, не за отца ли это, что он инфаркт получил, как ты думаешь? Нет. Это полгода инфаркт. Он тоже, Вася, ну не знает, Дениса, я это не знаю, не скажу. Сначала его в кошки положили, а потом перевели в Калинина. Вот как да. Все привезет. Ну раз ты знаешь... Тогда мне больше не о чем рассказать. И что я его, где вот один лежит, его же перевели в общую палату. Он сейчас в общей палате. Но сейчас грипп, как это, не пускают никуда в больницу. Эпидемия, да, гриппа поменьшена. И дома с ним не хочется. А ты свою подругу Ваньку Конёву видела? Она звонит, может быть, позвонит немного. Давно не видела, давно. Давно не приходила. Она же уехала отсюда, в Красноярск, там купила маленькой себе. Домик? Да, не домик, а комнатку. Вот. Ну, давай рассказывай, значит. И звонит, она, конечно, не звонила. Нет, а вот это самое, во сколько ты встаешь?
Ну, примерно. Просто ну, часов 10, в 11. И, а во сколько ложишься? Часов тоже, часов. Когда как? Когда вчера хотела позвонить, посмотреть, что где, когда не смогла. Да, вчера команда Гарика Мартиросяна выиграла. Было? И не вчера, а было... По воскресенье. Да, да, да. А чё ж ты ничего не видишь? Чё ж ты ничего не видишь? Ничего не вижу. Вот, почему ты ничего не видишь? Нервной почвы. Вот, ты бы хоть в очки не надела бы. А, не одевали врачи. А ты не согласилась? Нет, я лично сказала, что я не вижу. В больницу надо. Ну вот сейчас денег нету. Надо за один глаз 50 тысяч. И за 100 тысяч надо. А тебе вот эту пенсию, тебе Меркушкин сверлил пенсию, а сейчас новый губернатор. Тебе пенсию вернули? Нет. Ага. За 3 месяца не вернули. Вот так я и знал. Вот значит, как Азаров-то вершит. За 3 месяца тебе не вернули. А ты ведь ветеран труда, на заводе работала, да? Да, мал за ветеран, я на окопах была. У меня красная корочка от окопа есть. Всё. Да, да, да. Не а окопы где еще раз, скажи, были? Это у нас километров 400 от нас, от техникума. Я техникума на окопах была. Нет, ну это понятно. Расскажи, там велись боевые действия? Нет. А. Нет. Один раз самолет прилетел, нам... И нам... ты его сбила? Нет. Нам приказал начальник генерал всем под... в это... Ну, спрятаться. Лечь. Да. И это... И ты спряталась? Все нас... С техником было человек 40. Человек 150 нас было. Подвал все попрятались. Да. Нам каждый день привозили 2 пряники щей. Скрапива. Ну вот, зелени, зелени. А вот расскажи, заводы тебя вспоминают там с СКБ «Прогресс»? СКБ. Приходили на Новый год, приносили подарок. Ну... Вспоминают, звонят, вот, нам, вот, какой праздник, какой сейчас праздник? 8 марта. И вас с 8 марта поздравили, да. А там скандал на скандале, там гендиректора арестовали. И посадили, да. Да. Но туда не было беды. Ну как ты думаешь, вот он виновен, вот как ты работница завода, он виновен или нет? На 100%. Понятно. Да. Потому что 2 года назад улетела в Америку его дочь на большом самолете. И там осталась. И оттуда что могла увезти, увезла его дочь. Никаких мер не принял. Понятно. Теперь он не знает, ему что будет. Сейчас в виде выборов он сидит просто, ну, в тюрьме, а где там, не важно. Да, после выборов будет суд. А вот, кстати говоря, ты на сами выборы-то пойдешь? На, нет, домой принесу. Ну хорошо, ты за кого будешь голосовать? За Путина. За Путина? Да. Ты сюда за коммунистов была? Нет, сейчас я никогда не была. Боже, у тебя Сталин висел. Сталин, когда был, когда они... Это не было вот этой революции-то. А сейчас я за коммунистов нет. А почему нет? Я только за Путина. Нет, это понятно. Почему ты сейчас не за коммунистов? А видишь, Зюганов кого выбрал? Грудинина, да. Да, 5 килограмм золота, много денег, миллионов, миллиард даже. И все присвоил. Вот такие коммунисты. А есть же другая партия, коммунисты России. А про это я не слышала. Ты что? Да. Ее возглавляет Максим Сурайкин, товарищ Максим. Товарищ он как Максим. Раз не согласился с Зюгановым, потому что вот этого Грудинина он выдвинул. Да, и, да. И как бы и там члены КПРФ ушли и организовали свою партию, коммунисты России. Да. Да, они там... венок Сталину возлагают. Сталину, да, возложили, я да. знаю. Вот это как раз коммунисты России. Да. Да. Так, чем тебе, Денисочка, да. съешь вот такие 2-3 кусочка
А тесто какое? Магазинное. Да это все. Да это все, все понятно, все. Бумаги никакие не видишь. Да не бери, я свои часы взял, блин. Сколько времени? Время 15:48 время. Ага, ты скоро 4. Да. Иди со мной, сядь, посиди. Мне угостить тебе нечем. Сядь, посиди. Да не надо, не надо, все, спасибо.